Всем привет! Меня зовут Евгений, вы на канале торговой марки Marlin. Сегодня мы поговорим про отличную маску с черным силиконом под названием Voyage. Это отличный выбор для пляжного отдыха и дайвинга. Основные ее преимущества – это цена и хорошие углы обзора. Также я заметил, что она отлично подходит для людей, которые имеют крупный тип лица за счет более крупного размера обтюратора. Маска имеет два стекла и отличные углы обзора. Стекла используются закаленные, о чем говорит надпись на стекле Temperate. Закаленное стекло отличается повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, а при сильном ударе разбивается на осколки с тупыми гранями, которые не способны нанести серьезный вред глазам. Стекла крепятся в надежную рамку, которая выполнена из ударопрочного пластика. Силикон мягкий и гипоаллергенный, гарантирует максимальный комфорт при длительном использовании. С внутренней стороны можно увидеть силиконовый мягкий кантик, который имеет меньшую толщину и служит для максимального комфортного прилегания маски к лицу. Ярко выраженный нос данной модели способствует более легкой продувке на глубине, а если присмотреться, то можно увидеть сетчатую структуру в носе для удобства продувки. Пряжки с механизмом точной регулировки натяжения ремня установлены прямо на пластиковой рамке и делает маску еще более надежной. Клавиши ослабления натяжения ремешка делают процесс регулировки легкодоступным на ощупь даже в толстых неопреновых перчатках или рукавицах. Далее, если посмотреть на ремешок, он также выполнен из черного силикона. Имеет ширину 16 мм и отличную анатомическую форму, которая дополнительно добавляет удобства при плавании. Маска комплектуется надежным пластиковым боксом для безопасного хранения и транспортировки. Сочетание отличного качества и доступной цены делает данную маску отличным выбором для любителей подводного мира, которые хотят получить максимум эмоций. На этом все, с вами был Евгений, до новых встреч!